В 2023 году в США выпущены памятные монеты номиналом 25 центов, посвященные легендарной премии-балерине Марии Толчев, первая представительница индейцев в балетной профессии, считается революционером в своем деле. Манеру танца Марии Толчев считали страстной и пылкой, наполненной техническими сложностями. Она стала первой американкой, выступавшей в Московском Большом театре. На реверсе квартера гравюр Джозеф Мэнна вот его знак, отчеканенный. И художник Бен Стовардс, вот его знак, дизайнеры монеты, изобразили балерину Марию Толчев в балетной позе. В нижней части оборотной стороны указано имя артистки балета, а под ним приведена надпись с именем балерины на языке индийского племени Осиджей, коренного сиуанского народа штата Оклахома. Ниже полукругом девиз «Ипларибус юнум» и надпись «Квартер доллар». Девиз звучит в переводе из многих единое, ну, квартер доллар – это четверть доллара. В верхней части поля монеты надпись «United States of America» – Соединенные Штаты Америки. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 180 градусов, то есть соотношение сторон монетное, в центре поля монеты гравер Лора Гардин Фрайзер – вот ее знак отчеканенный. Изобразила портрет Джорджа Вашингтона. Правее дата 2023, год чеканки монеты. Ниже отчеканена буква «П», знак монетного двора «Филадельфия». Левее портрета надпись «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Вверху полукругом надпись «Liberty» – «Свобода». По окружности виден четко выраженный кант. Серия монет называется «Американские женщины». Монеты изготовлены из медно-никелевого сплава. Диаметр 24,26 мм. Вес монеты 5,67 грамма. Толщина 1,75 мм. Чеканили монету на монетном дворе Филадельфия. Цена монеты от 100 до 200 рублей. Конкретно эта монета куплена на рынке за 150 рублей.